Променад с водными процедурами закончен. Центральный пляж смотрели. Вот этот пляж, который рядом, намного лучше. Вот. Байкеров я здесь не встретил, с которыми можно было бы пообщаться. Правда, встретил одного мужичка, когда пережидал под навесом магазина «Дождик» вчера. Он мотоциклист, но он этот любитель эндуро, по горам катается. Потом мне подсказал здесь насчет жилья недорогого. Ему огромное спасибо. В основном здесь маленькие скутера. Вот один побольше проехал. Ну вот мое жилье. Сейчас поеду джимханить по серпантинам. Хочу попробовать доехать до Лазаревского. Сейчас едем в Лазаревское. Прокатимся по крутым серпантинам.
здесь как пахнет морем-то, а? Здесь уже и пальмы. Блин, все-таки Лазаревск — это самое классное место. Надо было ехать сразу сюда и здесь оставаться. И совсем другой воздух, совсем другой запах. Сейчас заеду на пляж, на набережную. Купаемся. Конечно, это не город, это поселок, наверное, городского типа. Но он шикарнее, чем Туапсе. Это 100%. Я обожаю этот город. Бля, чё я сразу сюда не поехал? Ну зато кто вообще узнал, что там как. Туапсе, в принципе, тоже прикольно. Вот там, где я живу, в принципе, вообще классно, нормально. И на море народу мало, и красиво. Да, здесь народу очень много. Сейчас искупнуться. Нужно съездить. Пляж Лазаревска. Я искупался, парень. Вообще местечко классно. Но народу, конечно, очень много. Сегодня заехал еще в горы. Взял вино. Вот в сумке вино лежит в горах. Здесь хорошее вино продают. Я в прошлый раз здесь брал. Уже место знаю. Ну и то уже это самое, немножко забыл. Но нашел. Вот сейчас нахожусь в горах, с обоих сторон горы. Красота. Здесь такие серпантины просто обалденные. Все горы, горы. Сюда ездят на экскурсию на УАЗиках. Здесь же я на квадроциклах катался.
Смотрите, какие высоченные горы. Просто класс.